Слушайте, нам очень желательно до свадьбы. Ну и что такое свадьба? Это подобный ритуал, где все друг другу гарантируют всю мужескую верность. Я ужасно в своей жизни не слыхала ничего. Но потом медовый месяц, и он быстро понимает, что жена на сумасшедшую, убить меня выбрал. Всем одно, этой свадьбы не будет. И домой, так как свадьбы не будет. И, милый, только свадьбы не будет. Всем спасибо, только свадьбы не будет. И слово полное, свадьбы не будет, увы. Вон у кого он, все толпою един. Верно вас, битый час, на других поминках ждут. Или в дом за углом, все бегом на крестин. Чем сидеть и смотреть, как приходит мне капут. Слушайте, народ, ну почему еще вы здесь? Или хотите вы увидеть исторический припадок? Кстати, Богу не один ставит крест на своему будущему опыту. Теряется дыря. Я мой психоаналитик написал на понедельник, но тогда уже в зоне мое дело будет падать. Сидим у себя в комнате на врач, этой свадьбы не будет. Хоть ты плачь, этой свадьбы не будет. Нам разногласия не страшны, когда у нас есть я и ты. С тобой мы ближе, чем нитки в клубке. С тобой мы ближе, чем пальцы в носке. Помимо нас чаяния вдалеке. Служим примером нам. Братья, сумерки, все ближе, чем небо с красоткой Монро. Мы навеки спаяны вдвоем и беззаботно живем, когда другие спят. Мы в бар идем, часы звонят. Время за нас и слон. Перед дом на прощание.